Польова пошта. Петрусь Брод. Четверо суток бой ішов неспутно. Гремела день и ночь за слону наши огневая. Снявся водь, прорвал у леси на один, подъехала и пошта полевая. Были мы вельми устешены, ведомо, приемлем нечаканностью такою. Здавалося, что кожный с родным домом поговорил тады усёй душой. По усіх кутках займалася гамонка, для сердца незабывной хвилины бойца-сапёра привітала жонка, вдовно чаканым синевоким сыном. Артилерысту маці пишу, горды и смелый сын, тут маю я повагу, бо с радостью дозналася, что орду ты отримал у бойках за отвагу. И вось бы маю он вялізны кубок, что медом наладованный до краю, и пахлого колгасных люба усіх глибоко серце закране. На дне посылки бестка дорогая, як бы сам кожным от родной хаты. Шлем привітання, скоро приезжаем на фронт до вас, колгасные девчата. И стали мы один тесным кругом, и усе домов свое послали слово. Клянемся, сестры, верные подруги, мы будем тут фашистов бить сурово. Не страшно нам, яхай помре который, свою родиму обороним сами. Клянемся, мать, наши просторы, мать с тем уластными грудями. Бывайте, слово чуется загада, да зброй стань заслона огневая. Почався вой, мы снова нищим гада, частей з'являйся, пошта полявая.